У маленькой северодвинки Вики Снегиревой самая тяжелая форма спинально-мышечной атрофии. Спасет девочку всего один укол препарата стоимостью 150 миллионов рублей. Почти половина суммы собрана. Семья Снегиревых сдаваться не намерена. У Вики есть и своя команда волонтеров. О людях с большим сердцем наш сюжет. Я не могу пройти мимо девиз «Людей с большим сердцем». История маленькой северодвинки Вики Снегиревой известна почти каждому жителю области. У малышки самая тяжелая форма спинально-мышечной атрофии. Побороть страшное заболевание поможет всего один укол препарата «Золгенсма». Но на его закупку требуется 150 миллионов рублей. Волонтеры и просто неравнодушные люди собрали почти половину требуемой суммы. Сбор сейчас идет, слава богу, неплохо. То есть, ну, это опять же благодаря обычным неравнодушным людям, организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям, да, которые решили поддержать Вику, запускают различные акции у себя. И на данный момент у нас собрано почти 75 миллионов, ну и, соответственно, осталось тоже чуть больше 75 миллионов. Очень важно, чтобы лекарство было введено до определенного возраста. Времени осталось не так много. Госфонд «Круг добра» в помощь отказал, но семья Снегиревых сдаваться не намерена. У Вики есть своя команда волонтеров. Волонтеры работают по нескольким направлениям. Это распространение листовок, то, что может делать абсолютно каждый человек и даже маленькие дети. Это обращение к предприятиям, переписка, обзвон и так далее. Это взаимодействие с известными медийными личностями, обращение к блогерам в социальных сетях. Это работа в социальных сетях, которая занимает, конечно, огромное количество времени и сил у волонтеров, и здесь нам очень нужна помощь. Стать частью команды можете и вы. Здесь всегда требуются люди. Раздача листовок, репост в социальных сетях, деньги, вырученные от сдачи макулатуры и отправленные Викиной семье – все это приблизит девочку к победе и помогут сохранить ей жизнь. Дарья Евграфова, Кристина Грищенко, Светлана Михеевская, Николай Цып, Регион 29.